Осторожнее, заряжен. Прости, много работ, не выспался. Случайный сосед? Бывший оперативник? Наша встреча была подстроена? Да. Зачем? Нужно было проверить, что были подозрения, что ты Наталья Пахомова. Какая еще Пахомова? Ну, не волнуйся. Не сдал я тебя. Подменил образец ДНК. Кто тебя послал? Ну, у тебя же проблем с Атаром, верно? Ну, думаю, это была его идея. А подробности я не знаю, прости. Почему решил рассказать? А сама как думаешь? А ну-ка, стой! Рассказал, потому что за тебя переживаю. Если все так, как ты говоришь, я могу позвонить? Кому? Могу или нет? Никитина хочешь предупредить? Кстати, что вас связывает? А то меня ребят послали выяснить именно это. Хм. Ничего. Не веришь? А ты дай позвонить. Тогда поверю. Валяй. Звонила. Мне нужна твоя помощь. Ну, для этого я пришел. Я хочу, чтобы они узнали, что мы с Никитиным любовники. Значит, вы все-таки. Я же сказала нет. Зачем тебе это нужно? Мне нужен Атар. Ты мне поможешь? Так что? Тут копии личных дел сотрудников нашего отдела. Спасибо. Да. Это я. Слушай. Нам нужно встретиться. Когда ты сможешь? Что-то случилось? Да. Что? Это не телефонный разговор. Я могу выехать прямо сейчас. Я буду ждать тебя дома. Он выезжает. Хорошо. Правее сдвинься. Правее? Да. Ну что? Молодчина. То, что нужно. Thank you.
Что случилось? Проходи. Поужинаем. Я думал, тебя убивают. Прости, я просто очень хотела тебя увидеть. Ну, я не знала, как сказать, но долго думала и... Прости, так все глупо получилось. Садись. Садись. Ну, ты даешь. Ты голодный? Да, очень. Спасибо. На здоровье. Оу. Как работа? Нормально. Хорошо. А что сказали? Сказали, что позвонят. Но даже если не позвонят, я найду что-нибудь еще. Молодец. Мне нравится твой оптимизм. Я налью. Убить за тебя. Нет. За тебя. Слушай, наверное, сегодня не самый лучший момент, я поеду. Подожди, куда? Давай, может быть, все-таки выпьем вина. Ты можешь сегодня остаться у меня. Я понимаю, у тебя такое состояние, ты остался одна, совсем одна. Но я не хочу вот так, вот эта ситуация, все это использовать ради... Тебе просто хочется, чтобы кто-то был рядом. Нет, нет. Ты не кто-то. Все это тоже не просто так. Thank you.
Вот об этом мы не договаривались. Что случилось? Уходи. Прости, я что-то не так сделал? Все не так. Уходи, пожалуйста. Уходи! Подожди. Я старался. Ты, видимо, тоже. У тебя руки холодные. Ты замерз? Сейчас, подожди. Нет, не буду. Сейчас пройдет. Это все на нервной почве. Давай. Я не знаю, что мне делать. Мужчина! Ну что вы названиваете? Не видите, ее нет. Она, наверное, к спасителю своему ушла. К какому спасителю? Надо подождать до завтра. Правильно. Решишь на свежую голову. Ну вот, руки согрелись. Щеки не горят? Нет. А тебе идет. Виски. В смысле? Раскраснелась. Ты что делаешь? Спасибо, мне уже лучше. Не надо тянуть до завтра. Отправь все сегодня, пожалуйста. Thank you.
Заходим, заходим. Максим Анатольевич Шмелев. Что ты о нем знаешь? Шмелев? Да. Человек, который спас меня от хулиганов. Угу. А, я тебе не говорила. А что случилось? Ты проходила свидетелем по делу, да? Да, бывший оперативник. Да. Угу. Чем он сейчас занимается? А я не знаю. А что, не спросишь? А мы не видимся. Да что ты? А где ты была? Разве не в доме напротив, в его съемной квартире? А? Так? Да. А ты следил? Спите? Это вопрос безопасности, я должен знать! Ты не волнуйся, он проверенный человек. Интересно, как ты его проверяла? Если бы он был человек Атара, меня бы давно убили! А вот это все зачем? Я запуталась. Не можешь решить, с кем лечь? Андрей. Отстань! Не подходи, Андрей, ко мне! Надя, а что у вас случилось? Что происходит? Кричите на весь дом. Все в порядке. Ничего себе в порядке. Он посуду перебили. И ор такой стоит. Он тебя побил, что ли? Извините, что вас разбудили. Спокойной ночи. Никитин периодически навещает ее. Встречается на квартире у адвокатши. Значит, спят. А она горячая. Не зря ее Генделю предлагает. Согласен. Надо сделать ей предложение, от которого она не откажется. Займись этим лично. Понял. Если честно, то я не от Генделева. Насколько я знаю, вы заинтересованы в безбедной жизни. Все заинтересованы. Ну, не скажите, не все. Есть люди, которые довольствуются малым, как, например, Андрей Евгеньевич. Вы про Никитина? Да. О, вы много обо мне знаете? А вы кто? И чего от меня хотите? Ну, скажем, я представляю интересы одной влиятельной компании. Смотрите, о каком гонораре может идти речь. Это в долларах. Вы шутите? И чтобы вы не сомневались в серьезности моих намерений, я предлагаю вам аванс. И что я должна сделать? Андрей Евгеньевич должен попасть в неприятную ситуацию. С точки зрения закона неприятную. И как я могу вам в этом помочь? Вы знаете законы. Есть множество вариантов. Главное, чтобы компромат был убедительный. Но это же уголовное преступление. Вам решать. Советую чересчур долго не думать. До свидания. До свидания. Официально Шмелев нигде не работает, но деньги периодически появляются. Бухает. Что? Пристрастен к алкоголю.
А? 148-я. Чё? Та же школа, что у Черепанова. И год рождения один и тот же. Странное совпадение, согласись? Согласен. Выйди. Доездился? Было, не было. Почерк ее. Ну, это ж бред какой-то. Дело уже завели. Покушение на изнасилование. Следователь ждет у меня в кабинете. Привет, зайду. Я на минутку. Как дела? Я жду звонка. Ну, а что дальше будешь делать? Сообщу Никитину, как только мне назначат встречу. Надеюсь, что там будет Атар. Правильно. Правильно. Ты мне прости, я себя повел не очень корректно там. Ты не думай, что мой интерес сводится только к постели. Я так не думаю. Правильно, что не думаешь? Тебе сейчас не до меня. Только мне не все равно, чем эта канитель закончится. Хочется, чтобы у тебя все получилось. Просто знаешь, что я всегда рядом, хорошо? Надежда? Да. Давайте проедемся. Куда? За гонораром. Твоюж. Свернули? Да все нормально. Вы учтите, если со мной хоть что-нибудь случится, у вас будут серьезные неприятности. Учтем. Что-то мне эта машинка сзади не нравится. Давно он за нами едет? Да вроде по трассе мелькало. А ну давай помедленнее. Плетешься ты.
Давай втопи. Прошу. Иди за мной. Человек задерживается. Ты пока располагайся тут. Что за человек? Хозяин. Покажи, кто-то есть на самом деле. А почему вы решили, что ее надо проверить? Слишком легко все получилось. Какая? По-моему, ее интересуют только деньги. Отпускаем? Приехал? Плохо дело. Что такое? Послушал хозяин твои разговоры. Такие штучки есть незаметные. Прячутся в квартирах, в телефонах. Микрофоны, что ли? Ага. Сними грех с души. Единственный мой грех в том, что я подставила Никитина. Вы заплатите, и моя совесть будет чиста. Ну, давай сама, а? Что сама? Правду говори. Да мне нечего скрывать. Говори, ну! Ладно, ладно, не убивай. Я агент ФСБ. Молодец. Дальше. Так что говорить, подскажи. Я не могу так сходу придумать. Чего? А может быть, ей можно доверять? Это же шутка такая. Значит, прошла проверку. Вы решили меня разыграть, верно? Thank you.
Ничего личного, просто проверка. Ничего себе проверка. Только непонятно для чего. Как договаривались. Тебя на свидание хотят пригласить. Кто? Не пропадай. Чего стоим? Вези даму обратно. Это я, Макс. Жива? Слава богу. Я чуть не посидел, когда тебя потерял. Это ты был на трассе? Что, срисовали? Были подозрения, но вроде бы обошлось. Нам срочно надо сваливать из страны. У меня знакомые есть, они сделают нам загранпаспорта. Нам? Нам. Потому что одну я теперь тебя никуда не отпущу. Нет. Я не могу. Я должна разобраться с Атаром. Да ты хоть понимаешь, что это опасно? Я должна. Не только ради себя. Ну, прости. Правда, говорят, что женщинам бесполезно спорить. Знай, если что, я вон там. Возле твоей двери на коврике. Я знаю. Спасибо тебе. Сегодня приедет. Сегодня? С чего ты взял? Она мне сама сказала. Как она тебе сказала? Во сне. Только что. Во сне. Во сне. Ты что, не веришь? Да верю, верю. Но это же только сон. Вот увидишь. Это было прошлым летом. Господи. Ой, господи. Ой. Ой, господи. Так вы говорите, у вас были исключительно дружеские отношения? Да-да-да, ничего более. Но в этот вечер его как будто подменили. Он выпил за ужином и стал грубо приставать ко мне. Извините, можно воды? Да, конечно. Пожалуйста. Спасибо. Вы продолжайте, Надежда Михайловна. Да-да. Он навалился на меня, порвал платье. Я закричала, толкнула его, и он упал на стол. Я воспользовалась моментом и побежала к двери. Он за мной. Я открыла дверь, а там соседка Жанна. Она его испугала, и он ушел. То есть изнасилования как такового не было? Нет-нет-нет. Это было скорее покушение на изнасилование. Угу. Ну, а теперь вы расскажите, как было дело. Я вас слушаю. Вы знаете, а я воспользуюсь 51-й статьей Конституции Российской Федерации. Что ж, это ваше право. Никто не может заставить вас свидетельствовать против себя. Thank you.
Добрый день. Приветствую. Здорово. Ну что? Знаете, к сожалению, порадовать вас на вопрос. Улица Ленина, 17, кафе «Вереск». Через час. Мне кажется, надо этим воспользоваться. Сделаем все, чтобы надо. Шмелев фотографировал? Да. А Шмелев случайно не говорил, кто его нанял? Нет. А что ж так? Так близки. Не смогла узнать? Мы не спим с ним. Хватит играть со мной! Я не играю с тобой. Прости меня, пожалуйста. Я тебя прошу. Ну, прости, слышишь? У меня не было другого выхода. Ну, прости. Прости, пожалуйста. Когда назначена встреча? Мне позвонят. Нужно подготовить операцию. Ну что, осваивайся тут. Надеюсь, ты оправдаешь доверие высокого начальства. А я думал, Андрей Евгеньевич сам передаст дела. Он занят. В принципе, папки все подписаны. Материалы по Атару. Ну, если подписано, разберусь. Ключ от кабинета. А где от сейфа ключ? А, сейчас, секундочку. Пожалуйста. Ну и хорошо. А там у тебя что? Личные вещи Никитина. Просил забрать. Надеюсь, вы не против? Ну что ты? Нет, конечно. Иди. До встречи. Приехали. А что это за место? Конспиративная дача. Здесь будем готовить операцию. Проходи. Зачем ты закрываешь? Чтобы не убежала. Проходи. Присаживайся. Что происходит? Я нашел крота. Это майор Черепанов. Они со Шмелевым однокашники. И? Шмелев сдаст своего дружка, и через Черепанова я выйду на людей. Атара. Мы с тобой договорились. Так, все. Остановись. Ты останешься здесь. Здесь ты в безопасности. Пожалуйста, отдай мне телефон. Не отдам. Не заставляй меня делать, тебе больно. Только тронь меня. А!
Успокойся! Ты можешь мне гарантировать, что возьмешь Атара? Можешь? Да, я знаю, что делаю. Я тоже знаю. Ты возьмешь одного, другого, третьего и упустишь его! А я не упущу! Потому что от этого зависит моя жизнь и жизнь моего ребенка! Я все это делаю ради тебя. Да? Спасибо. Только не нужно за меня решать! Что будет со Шмелевым? Я просто с ним поговорю. Он очень помог мне. С ним ничего не должно случиться. Не переживай. Здорово. Привет. Изъял? Еле успел. Документы по Наталье на дне. Отлично. Черепановым займусь. Мне нужен пистолет. Андрей Евгеньевич, вы отстранены. Я помню. Чисто. Спасибо. Помощь нужна? За Натальей присмотри. Никуда не выпускай. Андрей Евгеньевич. Что? Мать Натальи в больнице. А что случилось? Сердечный приступ. Состояние тяжелое. Этого еще не хватало. Так, Наталья, ничего не говори. Может, обойдется. Как что будет, позвоню. Удачи. Майор. Ага. Ну что, давай, рассказывай. Полотенце дай. А вот рубашку ты мне новую купишь. Или эту отстираешь, майор? Рассказывай про дружка своего. Только напомни, про которого. У меня их знаешь сколько? Меня интересует Черепанов. Черепанов? Фамилия будто бы знакомая. Тут что? Статью за хранение огнестрельного ты схлопотал. Ты сам под статьей ходишь. А будешь выпендриваться, словишь пулю. И оформим как сопротивление при задержании. Сначала себе погоны верни, чтобы оформлять. Наталья где? Наталья? А ты что, переживаешь? Волнуешься? Влюбился, что ли? Поэтому дружку своему не рассказал. Ну вот это не твое дело уже. Если бы любил, опасности бы не подвергал. Помоги Наталье. Что, с планом я не согласился? Конечно, нет. Угу. Ну хорошо, давай вываливай. Что задумал? Ты на часы смотрел? Надеюсь, повод серьезный. Серьезный, Санек. Извини, но другого выхода у меня нет. Либо ты помогаешь, либо я тебя сдаю. Кому? Кому помогаю?
Ну и дыра. Никите не звонил? Атара пока не взяли. Вы хлопья будете? Нет, спасибо, я не голодная. Ну хорошо, смотрите. Если что, вот здесь еще есть шоколадки. Лапша быстрого приготовления. Поешьте. Обязательно поешьте. Это важно. Извините. Алло. Ну? Операция необходима? Так. Нет, я не вправе решать. Пускай врач решает. Да, до свидания. Что-то с Артемом? Нет. А кому нужна операция? Знакомому. Какому знакомому? Сергей. Вы меня не обманываете? Наташа, вашей маме требуется срочная операция на сердце. Риски высокие, но, в общем, нужно принимать решение. Она что, в больнице? Да, забрали ночью. Что говорят врачи? Без операции шансы невысоки. Послушайте. Вы даете согласие? Да, я... Я согласна. Хорошо. Я должна быть рядом с мамой. Нет. Мы ждем новостей от Никитина. Я не могу ждать. Я должна быть с ней. Наташ. Нет. Вы что, не понимаете? У меня мама может умереть. Выпусти меня. Выпусти! Выпусти меня! Выпусти!